сердцу верить полуслово. Новый год желаем весь. Сердце, если вдруг забыли, я напомню, это здесь. Сердце точно вам подскажет, где найти и что искать. И вам снова будет 30 или даже 25. Вам желаем не прощаться, где прощению место есть. Просто следуйте за сердцем. Сердце, я напомню, здесь. В новом году следуйте за сердцем. Тинькофф. Всем привет! Очень приятно, что вы все-таки захотели увидеть вторую часть. Мы постараемся очень быстро доделать этот дом. Ребят, если мы реально построим домик на дереве, это будет просто чудо. Как Лёхе в голову приходят такие идеи? Выходит дом, пока в 70 тысяч рублей мы посчитали. Братан, я реально закручиваю саморез рукой, ты это понимаешь? Это я, Алексей Шуруповёртов. Мне кажется, у нас небольшой конструктивный просчет. Чем меньше остается времени, тем меньше у меня веры в то, что мы что-то можем успеть. У нас есть и плохие новости. В общем-то, что мы имеем? Нам осталось только, по факту, не так много. Делать стенки, чтобы они выглядели как стенки, не просто вот такая паутина. Крыша. Что нужно сделать? Потом мы должны люк сделать, немножечко обустроить наш дом и остаться там на ночь. Мне нравится Димана, просто настроение. Смотри, парень, просто видно, как пацан просто вот нравится. Надеемся, что мы справимся, ну, до ночи точно, потому что, по идее, нам надо остаться. Давайте, за работу. Все, полетели. Так и ни разу не запарился. Вы просто посмотрите, что это? Мы это сделали. Такой скилл, что мы за 10 минут стали делать одну стену. Ты гонишь? Я не дотронулся. У нас минус один матрас. Не, ну реально, если мы доживем до утра, это будет просто эпично. А сейчас мы идем внутрь, потому что я подготовил целую кучу реквизита для того, чтобы навести новогоднее настроение в этом пентхаусе. Все, мы полетели. Обратно. Немного плюсов. Почему? Потому что у нас два молотка. Я в два раза быстрее. Если бы у нас было бы два там этих шуруповерта, то, может быть, мы и успели бы за 24 часа. Это, наверное, это самый масштабный ролик на моем канале. Так и ни разу не запарился. Давай. Давай. Он выбрал меня первым, заметь. Пососитесь нахрен. Есть предложение. Видел, там блуд всякие челленджи делают, типа там забить гвоздь одним ударом. Смотри. Все, блядь. Три половина. Ну, три. Не пробуем больше. Четыре. Да ну, чуваки, не... Пускай Никита сделает. Говно получается. Там следует больше некуда бить гвозди. Давай следующий. Давай нахуй. Ой, я нормально. Ну, в половину вошел, да? Ну, в половину вошел. Во, ну, четыре удара ему дали. Три. Блин, четыре, вот это. Ну, это шляпка. Это что такое? Шлесь. Если бы эта хуйня не шаталась, совсем было бы. Не знаю, как мы в доме сейчас обязать будем. А нам надо это сделать? Ну, как крышу ты собираешься делать? Логично. Если сейчас попасть по пальцу, это будет просто смерть. Чего? Я говорю, пальцы замерзли, у меня особенно вот этот замерз почему-то очень сильно. И если по нему попасть сейчас молоточком, это будет просто вот прям... Идеально. Как вам такой его мозг? Ну, ты это сделал. Хотел вам дать бой. Спасибо, да. Блин, Диман, кстати, похож на этого мужичка, который... Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Вы кто такие? Я вас не звал. Дом просто топ, а? Оцените по 10-бальной шкале от 0 до 10 наш дом. Сейчас это самый крепкий дом. Ничего, Маш. Смотрел, как я тут сделал, да? Я думал, мы мы умерли.
есть. Начало положено. Первая стена есть. Надеюсь, ты не забыл, что обещал мне сегодня вечер за просмотр в кино? Нет, конечно, не забыл, нет. Только давай дома, не хочу собираться в кинотеатр. Да ну, в кинотеатре лучше. Ты пришел, все за тебя сделали, плюс там попкорн вкусный. А эти домашние кинотеатры покупаешь подписку, значит, а потом еще и за каждый фильм плати. Не переживай, я подготовилась и нашла идеальный видеосервис Wing. Ты уверена? Абсолютно. Тем более сейчас на Wing проходит выгодный киномарафон аж до 31 января. Смотришь фильмы, и за каждые 3 просмотренных тебе дарят сертификат на 500 рублей. Что еще за сертификаты? С помощью этих сертификатов ты можешь купить любые фильмы или сериалы, которые давно планировал посмотреть. Всего ты можешь получить целых 6 сертификатов. Так это мы все праздники сможем фильмы смотреть? Получается, нас ждет настоящий киномарафон? Да, а еще эти сертификаты можно обменять в течение 60 дней после получения. И в выгодном киномарафоне может участвовать каждый, у кого есть подписка на Wing. Кстати, я слышал, что новые пользователи могут оформить подписку «Трансформер» и кайфовать целый месяц от фильмов и сериалов. Чего мы ждем? Побежали смотреть кино. А для вас, друзья, ссылку на выгодный киномарафон фонд мы оставили в описании. Не знаю, до скольки мы это будем делать. Просто Unreal. Ну красота, а! Вот это любовь. А, домики объединяют. Парни, точно все нормально? После этого уже не может ничего быть. Держишь? Дом 2 строим. Это дом 3, брат. Чуваки, мы построили стены. Построили стены. А, как выглядит, а? Ну, какова? Ну, осталось только окна залепить. Забыли чутка, да. Окна забыли чутка, надо еще окна сделать. Ну, я хочу ответить, что мы это сделали за 10 минут одну стену. А за 10 минут одну стену мы начали. Мы научились, у нас такой скилл, что мы за 10 минут стали делать одну стену. У нас, короче, такая история, что нам здесь, по-любому у нас, ну, мы уже стены построили, нам нужно сделать, ну, вставить окна, они у нас уже готовы, нам просто их нужно ставить. И сделать крышу. Но после этого мы собираемся остаться на ночь, и как-то нам нужно обустроить. Поэтому мы Никитосу... Да, нужен уют. И мы Никитосу сейчас отправляем в магазин, потому что только он у нас знает, как правильно закупиться новогодние игрушечки, вот это вот все, вот это, чтобы комфортненько спать, матрасики там, вот это вот все комфортненько. Поэтому Никита сейчас уезжает, а мы быстро доделываем окна, люк и крышу. Да, и крышу. Это будет самая комфортная ночь. Да, это будет самая... Точно? Да. Все, быстро только, пожалуйста. А мы с тобой, получается, крышу доделаем. А, идеально. Окошечко почти есть. Сейчас, подожди, еще, еще. Все, окно готово. Поди, 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 поди. Такая херня поднимается. Мы сейчас кладем первый листок железа к нам на крышу. Это завершающий этап нашей стройки. Ребят, то, что получится вообще в итоге, вы просто будете в шоке. Я теперь уже точно уверен, потому что да, долго, да, уже почти 9 часов вечера, но мы не останавливаемся, мы строим и вкладываем огромное количество сил. В общем, надеюсь, вас результат порадует. До Нового года всего осталось 4 дня, и до 4 миллионов подписчиков осталось всего 60 тысяч подписчиков. Друзья, в такое время хочется верить в чудеса, и что мы сможем за такой короткий период добить ту фантастическую цифру, а именно 4 миллиона. Ребят, для меня это будет безумный подарок. Вы видите, как мы совершенствуем контент, и мы обещаем, что в 2023 году он будет еще круче. Поэтому, друзья... Давайте сделаем реальное чудо и сделаем 4 миллиона подписчиков до Нового года. Спасибо вам большое и с наступающим. Итак, вот эти вот уставшие лица. Вот смотрите, время, время, пожалуйста. 5:43. Сзади нас дом. Получилось.
случилось. Надеемся, что мы справимся. Ну, до ночи точно. Мы даже немного выпендрились, гирлянду сделали, прожектор. Короче, завтра с утра, естественно, мы покажем самые сочные кадры, потому что сейчас не хватает вот этого маленького прожектора, который мы взяли сюда на стройку. Не хватает показать всю красоту. Завтра с утра мы показываем самые сочные кадры. Просто чуваки реально... А просто... сейчас мы идем внутрь, потому что я подготовил целую кучу реквизита для того, чтобы навести новогоднее настроение в этом пентхаусе. В общем, надеюсь, вас результат порадует. Короче, народ, это реальный дом с печкой. Тут реально тепло. Немножко здесь есть косяки. У нас остались еще вот здесь вот дырки. Мы потом их пеной, потому что пены нам не хватило. Просто, когда ты реально сделал... Сколько сейчас получается? 5 утра? Сколько это получается мы времени потратим реально? 24 плюс. 24 плюс сколько? Да 6 хуй. Утра, это плюс 18 еще получается. Почти за 40, за 48 почти, часов сделали. Да, почти 2 дня. Почти двое суток. Так что, если вдруг вы когда-нибудь захотите повторить этот челлендж, знаете, за 24 часа это невозможно. Люк у нас немножко с люфтом, но ничего, извините, как бы. Вы еще хоть забыли показать, у нас даже одно окно у нас... Блин, с видом, а? Давай закрывай, на... Я предлагаю начать с матрасов, нам нужно жопу пристановить. Блин, в комплекте же должна быть надувалка. Губы, братан. Да нет. Что, здесь уже хорошо стало. Печка. Тепло? Печка прям здесь. Сколько сейчас градусов? Ноль. Это уже. Все, пошло вверх. Не, мы сейчас растопим, чуваки. Прикинь, до десятки поднимем. Реально спальники растянуть. Не знаешь, что вот напрягает? Нисколько вот эта вот история, вот это вот снег. Гвозди? Так это ну... Снег. А гвозди тебе как мы сделали, а? Вот это вот как работа. Ну, блядь. Мне кажется, слышишь, Никитос, вот эта работа просто топовая. Мы это сделали, пожалуйста. Ребят, ну это невозможно для нашей команды. Да, за 24 часа не успели, но в итоге-то успели. Мы даже печь сюда поставили. Это последний ролик на моем канале в этом году, поэтому хочется пожелать, чтобы у вас все получалось, чтобы все мечты сбылись и вы были просто счастливыми. Просто кайфуйте и самое главное, подпишись на мой канал, если вдруг кнопка красная сделается. Ну что, здесь мы строим дома быстрее, чем за 48 часов вот таких масштабов. И это, видишь, это мое лютое лежбище. Берешь, хлоп, все, ёп. All inclusive. Короче, у меня фейл, мой матрас почему-то сдувается. Я не дотронулся. Я не дотронулся. Ее распёрло так. Я не распёрло её. Я так, честно говорю, не дотрогивал. Плечо горячее. Честно говорю. Я видел, чувак, ну что ты мне гонишь, что? Да. Ну я вот видел эту. Чувак! Давай, я придумал, мы подождем, пока она чуть-чуть остынет, пока подожди, почему... Подожди, она... Она сейчас дымит-то сюда, мы же вздохнем. Да тут у нас дыры вообще... Подожди, а труба она выпала, да, прям? Нет, вот она висит. Она горячая. Дима, открывай окно. Дима, братаны, вы видите, у нас даже труба есть, мы, короче, сюда печь поставили. Пацаны, надо помощь. Объясняй технологию, блядь. Вот вставь. Сую на... Да, пизда. Все, опускай. Дерево. Не сгорит она. Дима, ну тут дал нам. А шампура остались? Ну да, остались, не да. Можно шампур сложить в два раза, он будет как угол. Давай. Будет держать. В общем, надеюсь, вас результат порадует. У нас наблюдается некоторая проблема с нашей системой. Ну, не могу сказать, что это выглядит плохо, но оно работает. Я не знаю, каким... Сделали.
Короче, следующую историю. Давай просто выдавим ее сюда, пополам сломаем, и она просто в бок, чтобы торчала и... Разрушить дом 24 часа и построить. Да, блядь, не бейте вы так нахуй её, вы понимаете, что когда бьёшь, она не, не лучше не становится? Бьёт, значит, любит. Матрас! Я спасал её как бог. Подожди, 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 давай под наклоном её сделаем. О, да-да. Чувак, у нас минус один матрас. Да, в смысле? Он упал и прожгла его, блядь. Ты не понял, брат? Она вот дырку сделала, смотри. Вот. Мы хотели украсить, блин, дом. Хотели сделать очень круто, брат. Ну, блин, ну все не идеально, а что? Йон! В чем? Если построим дом на дереве, будет весело. Или они? Слушай, ну я считаю, мы красивые. Вышли из ситуации мега красиво. Что там было? Градусник пришел. Разрушить дом 24 часа или построить? Или построить, потом разрушить? Мы в доме, пацаны. Ты понимаешь, насколько мы крутые реально? Мы сделали дом. Это же пушка. Я очень хочу спальник, если честно, в спальник просто окунуться и спать. Серьезно. Ну, я понимаю, что чтобы лечь в спальник, надо снять хотя бы что-то себе, потому что мокрое насквозь. Снять, надо снять ботинки точно. У меня все просто мокрое насквозь. Так вверх снять тогда надо тебе. Мне надо все снять, да? Ну, нет. Ну, дайте вам билет. Ну, да. Вот я после того, как эти звуки услышал, чуть-чуть так усомнился в нашей конструкции. Что хочется сказать? Ёлка есть, снеговик есть. Мишуру говорил, привяжи, бро. Я начал вязать, оттуда сугроб упал, и я начал камеру отмывать. А дальше что произошло? Я дальше начал работать. Забил хер. Не, ну реально, если мы доживем до утра, это будет просто эпично. А у тебя не сдавается матрас? Сейчас время, знаешь сколько? 7 утра. Мы уже дожили до утра. Нет, там... Задача очень... просто попробовать тут поспать. Ну скажите, что нет новогоднего настроения, а? Ну топ кайф! Реально. Гигантский, идеальный спальник, в котором я спал в минус 50 на перевале Дятлова, и мне было вообще пофиг. Сейчас покажу, как в нем можно укутаться. Это просто лучшая. Лучшая хрень просто в мире. Вот специально для шпал 2 метра в длину. Бля, можно в окно посуду? Ну, согласитесь, парни, мы сделали невозможное, ну честно. Мне теплее, чем на Эвересте здесь. Вот этим мне нравится мой спальник. Нос высунул и кайфуешь. Никитос! Слушай, ну нормально, слышь. Ну не супер плохо спалось. Ну неплохо. Температура, ну-ка давай. Сколько? Братан, ну плюс 4. Учитывая, что у нас на полночи сдохла буржуйка, то да. Что уснули. Ну как там полночи, на час она сдохла? Ну полночи для нас, да. Сейчас вы видите самые сочные кадры с квадрокоптера. Как вообще выглядит наш дом. Вы про...
просто посмотрите, что это, как это вообще вышло? Это наш дом, братан. Это наш дом. Я, Никитос, Диманчик. Толя нас покинул, он не выдержал, он снимал до потери пульса, но потом Диман все взял на себя, и строительство, и операторство. Чуваки, это 10 из 10. Ну, кроме буржуйки, все абсолютно получилось. Дом, мать его. Нет, буржуйка тоже получилась, ну, пока мы ее не сломали. Ну да, мы ее задели случайно, сломали, но вы все видели сами. Этот дом просто мечты мы реализовали. Никитос, красавчик, что залетел. Теперь... Согласись, ночь была комфортной. Ночь была комфортной, братан. Ну, ты промок, понятно, но в целом. Да, ну, в целом хорошо, я поспал. Но в целом мы до плюс 4 разогнали температуру. Теперь самое важное, у Никитоса ждем, когда у него выйдет дом на колесах. Ребята, ссылочка в описании. Надеемся, будет, что он скоро сделает такой проект. Пацаны, на всех подписываемся. На Диманчика. На Никиту. Обязательно огромное спасибо Лиге Героев за перфораторы, за вот это все, потому что если бы мы не взяли у них это все в аренду, хрен бы знает, когда мы это все построили. И, конечно, все зависит от вас. Если вы хотите, чтобы мы этот обустроили домик, ребят, ну, за 100 тысяч лайков можем. Давай 90. Давайте 90 тысяч лайков, мы возвращаемся, обустраиваем этот домик, доводим до ума буржуйку. Ну, что хочешь сказать? Всех с наступающим Новым Годом, ребята! Ура! Ура! Пока! Ребят, это было безумство. Лайки, подписка, колокольчик. Надеюсь, мы добьем очень быстро цифру 4 миллиона. Все, пока.